сейчас по 3 триллиона. 20 тысяч поинтов там что-то оценивается. Ну, там можно особо не смотреть. Почти 140 населения. 13. 282 ход. Вот для сравнения. Там Титанс, Дакс, Вес Крокс. Дралками мы играли, и тут Крокс. 484 хода. Там Титан. А тут 282. Бетти и Фьерас и Мандалорин. Дискредитация в колонии людей там что-то провалено. Космофабрика строит. А тут три фрегата, и там один непонятно. А нашел вот лучше. 9 на 10. Ну, это случай опасности. 260 доходов, если 200, а сейчас затратим, значит, 200 и уберемся. Ну, фрегата в обороне 5 магнитола. Ну, это дефенс, он там, ЛТД совсем сокращен полностью. Объем 15 из 80. Да. А что он может... Можно ему компьютер поставить, можно на чуть лучше будет стрелять, но он дороже скажет апгрейд. Дороже, наверное. Обычно компьютер не дорог. Ну там. Апгрейдить. Кибертронная. Ну с плюс 75 кибертрон. У эсминца есть. Сильный лафет. Это непонятно. Но таки не влез. Не хватит беглый огонь. Удвоение скорости стрельбы. 143, а что ему? Вот это тут совсем мало. Но один магнитрон не катит оба. Не смотри. Ну, фрегату, видимо, удалось больше магнитронов. Оборонных. 60 защита, а тот эсминец 111. То есть два тика, 120, но хп меньше. Крейсер. Ну, крейсер упакован полностью. Усиленный лафет, беглый огонь. Конденсатор. Какой-то... У нас получается эсминец какой-то немного. Нет, они... Неправильный. Ну, это 3 меркулита. Можно меркулита уменьшить. Усилить, например, магнитрон попробую. Один магнитрон 20, а 3 меркулита... 47 по 15. Ну, у магнитрона больше урон был. Непонятно. А что, можно все-таки посмотреть.
Можно дополнительно какой-то турбонагнетатель сюда поставить. Скорость перережения в 1,5. Прочность. Ну размер тут 25, а тут прочность арки X2, а 3,5 всего-то. Не 50 какой-то, не 35, а 3,5. Ну ХП. У ракеты. А у торпеды 50. Нет, да ладно. Охлаждение. Бронепробитие, но размер 50. Тут 3 только. Перезарядка. Нет, 155 из 137. Бронепробитие 1,5. Например. Ну, кажется, что он сейчас уменьшил. Так, 21. А так 24. Еще раз. Тут уменьшаем. Тут добавляем. Беглый огонь. А на Меркулит, например, тут просто скорость передвижения в 1,5 еще. Оно-то влазит. Но бронепробитие 1,5 там, ну, нечто конкретное. Можно убрать, попытаться. Защиту. Там на 5, там, незначительно. 128, 123 становится. А то 155, 137, то есть 15, там 18, и тут только 5. Ну бронепробитие 1,5, это круче. Если бы дефенс увеличить. Чуть-чуть не хватит. Ну так, 4 ракеты и этот. Система охлаждения, беглый огонь и усиленный лазер. Усиленный лафет — это урон удвоения. Этот удвоение перезаряд. Но охлаждение — это бронепробитие. Обеспечивает энергетическим пуском непрерывное ведение огня, что увеличивает точность при стрельбе по одной и той же цели. Ну, 2 на 2, ну, лафет и беглый огонь, учетверение, еще в броне еще 50%, так 6 раз, так как 6 магнетронов делает. Одна. Ну, главный калибр. Так-то он показывает, что 24-21, но... В реале эсминец, он как бы один. Че он делает за эсминец? У нас эсминцы все там. На Зарконе и Морок, Зарконе.